А слушай, а что сказали тебе боссы UFC? К тебе подходили после твоего боя? Да. Что они говорили? Шон Шелби ему позвонил и был очень Впечатлен, да? удивлен, да, или впечатлен, да. Он сказал, что ему очень понравилось, и он хочет меня обратно видеть. Ну, примерно вот так условно, если взять, вот с кем бы твой бой был бы реально таким крутым, по твоему мнению? Масвидалем? Бен Аскрена хотел бы побить. Спонсор показа – компания 1X. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду Red Fury вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Саламу алейкум, я тебя приветствую, Исмаил. Алейкум салам, брат. Ты сейчас находишься в Америке, это твой первый лагерь там. Расскажи, как тебе там? Второй лагерь. Второй? Ты уже был там, да? Я в прошлом году тоже здесь был. Ну, без боя остался, потому что ACB все бои же отказали. Когда ты выступал ACB еще, да? Да. И да, второй раз уже тут. Ну, первый раз я был American Top Team. Сейчас там Hard Knocks 365. И здесь мне что-то лучше нравится, потому что в American Top Team они что-то высокомерные были все. Высокомерные? Это какие-то моменты, можешь рассказать? Ну, тренера и, не знаю, люди всегда такие. Ну, то есть они уделяли времени больше именитым бойцам, да? Да, вот именно, звездам и у кого деньги есть. Поэтому решил там Hard Knocks попробовать, и здесь все такие хорошие, добрые. Всем друг другу помогают, тренера тоже всегда такие, внимание уделяют, все хорошо. Какие из именитых бойцов сейчас в твоем лагере? Робби Лаула, Усман Камару, Майкл Джонсон, Майкл Чендлер. Еще тут. Ты уже успел с ними познакомиться? Эрик Брунсон, короче, такие. Да, тоже уже. Ну, Усман просто так на тренировку приходит, ну, смотрит и обратно идет. У него там операция была, думаю, маленькая. Поэтому еще не тренируется. А Робби должен был этот или следующую неделю начинать тренировку. Посмотрим. Кто-то к тебе подходил, говорил, слушай, у тебя там шикарный бой был последний, молодец. Все. Все вы говорили? Все смотрели, да? Потому что они Прозереса не любят. Потому почему? Что он два бойцов, их не два бойцов побил. Ну, значит, тебя там нормально, значит, приняли, если ты остановился. И он в то время 1 или 2 килограмма не сделал вес, короче, из-за этого они его, короче, не любят. Исмаил, но ты вышел очень на коротком давлении, и ты тренировался, как я знаю, без тренера, без каких-то спарринг-партнеров. У тебя был твой друг, который тебе во всем помогал. Какая была вообще тактика? Ты сказал себе, я выхожу, иду ва-банк, сразу показываю всю свою артиллерию. Или у тебя была какая-то определенная тактика, вот в первом раунде в атаку, во втором в атаку? Да, как ты уже сказал, я без тренера тренировался, как всегда. Мы с моим братом Аюбом всегда тренируемся. И, ну, как мой мне менеджер позвонил и сказал, что я могу драться с Презерезом. Я сразу принял бой и... Я, честно говоря, очень самоуверен был. Да? Да, не знаю почему. Хотя я знал, что он очень опасный и сильный боец. Ну, не знаю почему, что-то уверенность была у меня, что-то не знаю. Я знал, что могу выиграть его, если там lucky punch или что-то такое не будет. Ну, я знал, что могу выиграть его. И из-за роста тоже, потому что мне очень легко, если я, когда я с маленьким дерусь, у меня даже спарринги тоже были, ну, с многим маленьким, ну, бойцом. Mm-hmm. И на дистанции хорошо могу работать, поэтому. И мы с Аюбом такой тактик сделали, что, ну, мы знали, он хороший борец и грэпплер,
Грэпплер, да. И мы сказали, давай чисто от тейкдаунов будем. То есть основная работа была именно в борьбе у тебя проделана? Ну, защита от борьбы, да. Ну, ты очень хорошо защищался, поэтому я и спросил. Защита, ну, честно говоря, в две недели ты, ну, не можешь там что-то новое сделать, но спарринги всегда делали, они меня там, они, ну, тейкдауны делали, я защищался и на дистанции работал. У нас там еще в клубе еще один друг, который Томми называется, зовут, то есть, и он тоже такой, он же тоже маленький, Аюб тоже маленький, и я всегда с ними работал. Было с кем тренироваться тебе тогда. Да, они тоже, ну, примерно так работали, как Прозерас, и вот так мы, короче, тактику сделали. А слушай, а что сказали тебе боссы UFC, к тебе подходили после того боя? Да. Что они говорили? После боя сразу мой менеджер мне позвонил. Нового контракта? К сожалению, нет. И позвонили, мой менеджер мне позвонил и сказал, ну, поздравил меня. И он сказал, что Шон Шелби ему позвонил и был очень, как сказать, удивлен, да, или впечатлен, да, он сказал, что ему очень понравилось, и он хочет меня обратно видеть, что он не думал, что я так буду с ним драться, и если бы у меня было бы больше времени на подготовку, что я его 100% вырубил бы. И на следующий день я тоже шел бы сам увидел, и он мне тоже там сам сказал, поздравляю, ты меня очень порадовал, и я хочу тебя обратно видеть. Короче, судым. Исмаил, а правда, что ты сейчас подписал контракт на бой в Абу-Даби 7 сентября? Нет, в Абу-Даби нет. Нет, просто была информация. А когда ты будешь драться? Есть какая-то информация? Есть вообще насчет контракта какие-то? Инсайд? Я уже бой подписал. Ну, просто я еще не могу об этом говорить. Менеджер сказал не говорить об этом. Я уже бой подписал, контракт подписал, то есть сейчас противник тоже подпишет, и все то это... Ты уже знаешь имя противника? Да, противника уже тоже есть. Ну, не из топа, к сожалению. Ну, такое нормально, да? Нормально, да. И мы хотели топа, Шон Шелби всех просил, и некоторые... Уже, у некоторых уже бои есть, и некоторые там в форме, и что-то другое. И поэтому он единственный согласился, и, короче, его там взяли. А вот в том месте очень много... После этого боя мы хотим в Абу-Даби тоже попробовать. Посмотрим. А, то есть он до Абу-Даби, я как понимаю. Мы надеемся, что Абу-Даби тоже получится. Угу. Если время... Вообще есть перед собой цель, чтобы, вот, допустим, в 2019 или в 2020 году провести там определенное количество боев? Потому что, ты знаешь, наверное, Петр Ян, такой боец есть, он за год уже проведет 6-й бой за год. И он уже успел подняться до топ-6, если не ошибаюсь. Есть ли у тебя такая задача? Да, конечно. Я всегда хочу драться, потому что я еще молодой, только 22, я... Как то сказать? Есть ты не собираешься отдыхать и вот ворваться в топ? Не, я хочу, топ, конечно, хочу ворваться, но я, если травмы ничего не будут, я всегда буду драться. Я всегда так дрался, всегда через 2 недели, 3 недели всегда у меня такие бои бывали. Если травм ничего не будет, тогда я, конечно, буду всегда драться. А то, как мы знаем, просто наши российские бойцы, возьмем того же Хабиба, Махачева, Тайсумова, они дерутся год 1-2 раза, и это очень как-то скучно, знаешь, это как Новый год приходится дожидать. И в твоем весе очень много бойцов российских, тех, которых я уже назвал, и если будет такое предложение подраться с соотечественником, как бы, ты примешь это, что, знаешь, допустим, он в топе, а ты ниже, но тебе надо с ним подраться. Ну, как Майербек тоже сказал, я ему позвонил бы, спросил бы, ты взял бы, если он скажет да, тогда я тоже возьму, а если нет, UFC так, ну,
Ну, UFC же так много Но это же спорт, ты не согласен, это же спорт, это как бы, ничего такого в этом нету, это же вы... Честно говоря, да, ну ты прав, да, это спорт. Ну, просто если много других как это, возможностей есть, ну тогда бы, ну я же тогда могу с другим тоже драться. А если вообще такой возможности больше нету, что уже надо с ним подраться, чтобы дальше пойти, тогда... Ну, пришлось подраться, конечно. И, как ты уже сказал, это же только спорт. И после боя, перед боем и после боя могли бы руку пожать и сказать тебе, брат, спасибо, там. Все такое и все. Расскажи, против кого у тебя желание побиться? Пока что, честно говоря, мне без разницы. Просто я видел, что ты в Твиттере какие-то там, знаешь... Кому-то там писал специально, какие-то подтексты у тебя были. Нет желания ни с кем выйти. Ну, примерно вот так, условно, если взять, вот с кем бы твой бой был бы реально таким крутым, по твоему мнению? Масвидалом. Масвидалом? Да. Я думаю, да, было бы неплохо. Ну, стойке было бы бой так. Ну... В стойке хороший бой получилось бы. А так, Бен Аскрена хотел бы побить. Почему Бен Аскрена? Я не знаю, у него пока поражений нету. Был бы первым, кто ему поражение нанес бы. А то, что он вот хотел с Хабибом, ты думаешь, это вообще не его уровень, да? То, что Хабиб его сразу, на тот взгляд, уложит? Или все-таки ему как сопротивление даст? Если он в 70 спустится, то Хабиб его 100% побьет, думаю. А Хабиб не будет, думаю, 77 драться. А если да, то тоже такое интересное бой было. Обе почти. Ну, борьба очень сильная у них обеих. Даже не знаю. Но болел бы за Хабиба. Еще вот хотелось у тебя узнать, помнишь тот случай с Рашидом Эвансом, когда после боя ты был уже никакой, ты к нему подошел, да, и сказал, что он твой кумир детства. После этого никак вы не связывались? Он еще с тобой сфоткался, кстати? Да, он сфоткался. Ну, но ты, наверное, ждал, пока он выставит Инстаграм. Да, ждал. Пока ничего не увидел. Я думаю, это лучших времен. Да, этот момент очень просто эмоционные были после боя и все. И мне понравилось, что он пришел, потому что он пришел и спрашивал, где Исмаил, моего тренера. И, ну, понравилось мне, что он пришел и мне так, ну, поздравил. Да. И, поэтому с детства я же его бои смотрел всегда, и он был мой, как бы, любимым бойцом там в UFC. Он очень зрелищный был. И в конце это 11-1? Иди ты 11-1. Спасибо тебе большое, Исмаил, за это интервью. Мы тебя ждем снова в деле. Будет интересно увидеть тебя в клетке. Да, спасибо большое вам тоже за интервью. Будем ждать тебя.